с вами Юмилия. Подписывайтесь обязательно на канал. Кроме того, подписывайтесь на нашу телегу. Там новости из моей жизни, аудио, записи какие-то, голосовые, фоточки и не только. Ссылка в описании. Давайте хохотать. Я на это очень сильно надеюсь. Надеюсь, что нарезка будет классной. А с смеха, let's go! Так, он на него упал, это мафиоси. Эти бозички. Мины есть? Кто вообще мины, блядь, оставляет на трупах? А что? Зачем? Какое-нибудь терпение! Я бы уже психанула! О, такой терпеливый котя, молодец! В каком бы состоянии ни была бы ваша машина, я считаю, за ней надо ухаживать. Она была всегда чистой, даже в такую плохую погоду. Такую плохую. Я сперва подумала, что это намылено, затем я подумала, что может быть это снег. Жесть, самое главное, я надеюсь, что никто не пострадал. Что? Да попадет сейчас в лицо. Терпит просто, чтобы не спалиться. При перекатах он все-таки есть. Блин, ну прикольная игра! Все. А, он водяной. Блин, мне это нравится. Такая задумка топовая. Ой, это что? Это огурец? Или кабачок? Или что это было? Ой, прикольно! Батутики! Ой, это кто? Это что-то происходит? С 2005 года? Поехали, поехали, газу, газу. Не волнуйся, ёб твою мать. Чё ты волнуйся, ёб твою мать, блядь? Я ж тебе сказал. Дай газку, ёбаный по-русски, блядь. Блядь, газу, ну, сука, ёбаный, блядь. Блядь, у нас включай, блядь. Филимон, ёбаный, блядь. Поехали. Выжил спей, выжил, выжил. Ой-ой-ой. Кто будет в курсе уже, мальчик или девочка, а Ларис? Ой, это не Лариса, Ларис. Что я вас путаю, вы так похожи с барышкой. А ну, ты нас не путаешь, не? Да бывает, засажу бобру, вон, смотри, какая рожа у него. Ноги. Таточка. А человек спит? Блин, стрёмно, очень стрёмно было. Экзамены в 8.00, я проснулся в 6.30. Ну ладно, еще посмотрю немного. И также я проснулся и увидел на часах 14.28. Маша! Блин, на его месте, мне кажется, так же каждый бы испугался. Лужик, ничего не стало, прошу. Ты мне еще бракует, курва, успеху. Штырь не готов за крани. Курва! О! О! Это так мило! Блин, подождите, я подумала, что это было сделано в поддержку хозяина, ведь так? А он так взял в него, кинул. Зачем? Он поддержку своего хозяина, а может быть, наоборот, троллил. Ну, не знаю, но это так мило все равно. Типа, хозяину плохо, и пёс такой.
по-своему воспринимает. Ну как это же... Я не поняла, в чем прикол, напишите в комментах. Вот так бы всегда. Трактор. А. Хуйна. Трактор. Че? Хуй через плечо. Трактор. Да? Пизда. Трактор. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Да стримерша Карина, что ли? Пародия на стримершу Карину. Так, hold on. Ой-ой-ой. А вы что? Ой, ребята! Ничего без крышек. А вы тут маме помните? Ай! Господи, нет, блин! Я не понимаю, это как так багануло вообще? Что это произошло? Я выиграл 147 тысяч рублей без налогового обложения. И я хотел бы эти деньги выделить в детдом, но, к сожалению, я гандон. Ясно. Я думаю, что налоговые обратят внимание. Мне кажется, ну, чисто, знаете, попытаюсь предугадать, что там будет, они прикоснутся пяточкой. Выш у меня все добре, але чигану. Я не знаю, почему, хоть я знала, что это произойдет, но, блин, это все равно было смешно. Зачем? Я думала, что я сдержу смех, потому что было очевидно, типа, что сейчас будет. Но у меня потекло немножечко тут, конечно, между ног. С кем не бывало. Блин! Ну это прикольно. Это будет делать так же. С Руси. Ну нахрен. Это было стрёмно. Это было очень стрёмно. Ебать, девочка, сколько вам лет? 19. Ебать, откуда вы? Из Москвы. Порядок, я тоже. А что сегодня вечером делаете? Я видела уже. Аборт. Ну это да, нормальная тема. Я не у тебя спрашиваю. Что сегодня вечером делаешь? Аборт. Аборт, суки! Красиво. А что за новый вид баскетбола? Круть. Не, это реально классно. Молодцы, ребята. Ой. Чё? Стоп. О! Ого! Жесть, что было бы с рукой, если бы чуть-чуть ближе она была. Жестко. Я призываю. Когда в 7 лет узнал про комбинацию дезодорант плюс... О, господи. Силы анального кольца! Горите, пидоры! Блин, у нас был момент, когда друг снял съемную квартиру, приехал к нам в гости. Вот, и, короче, там залетела куча мошек, потому что не было сеток. Так вот, он говорит, принесите, типа, дезодорант или освежитель для воздуха. Мы такие, ну ок. Притащили ему, по-моему, дейзик. А они думали притащить, он нашел освежитель и просто сжёг их. Я настолько испугалась в тот момент, потому что боялась, что что-то будет с потолком, потому что еще на съемной квартире вдруг какой-нибудь пожар, но все обошлось. Но лучше, мне кажется, так не делать, потому что это как-то рискованно. Он прикурить хотел, да я поняла, что хотел прикурить, это я поняла. Да ничего бы не было. Но если сигарета так отлетела сильно, с рукой было бы точно все норм. Я несу радость, а ты? А я твою мамку ебал с кабачком, нахуй, сука. Когда дети ругаются, это так ржаво и угарно, господи. Вот меня спрашивают, почему ты не матюкаешься, потому что, мне кажется, это примерно так же и будет выглядеть. Мне все говорят, что я похожа на хомяка, если я буду материться, это будет злой хомяк. Нафиг надо так ринжевать. What? 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 What if he's like around that corner where he's pointing and that'd be beautiful. Oh my god, what? Он прям показывал. Окей.
Oxi, oxi. Segura, picolé. Segura, picolé. Meu Deus. Meu Deus, é muita capa. Ни хрена себе. Главное, чтобы не подскользнулся, там скользко. Все, мальчики. Давайте. Если вы сейчас не успокоитесь, я вызову милицию, понятно? Они просто... Учитывая их состояние, как бы, да, что они там немножко выпили. А, или, может быть, просто шумели. Интервью вы сказали, что вам 9 лет. Это правда? А что, не видно? Не, а что действительно не видно? Блин, очень классная нарезка. Надеюсь, что настроение вам подняло. Если это так, то вы знаете, что делается. Спасибо за просмотр. Если увижу здесь хороший актив, то я почаще буду делать такие реакты. Да, не за смейки. Ну, а с вами была Юмилька. И всем пока!